Новим роком я сиділа на океані і загадала, щоб я збирала в Європі стадіони і щоб всі підспівували мої пісні. І в березні місяці я почала їздити з благодійними концертами по стадіонам з клубом «Шахтар» співати гімн України. І правда, мені підспівував весь стадіон. України, ні слава, ні воля. Якщо ви про щось мрієте, мрійте конкретно. Господо і господже, добро вече. Дана слово, нисмо, нічка добро. Heute geht es Frauen bei Tracks East. Frauen im Krieg. Я думала о том, какое классное название. Конечно же, потому что взрослая девочка, это же вот так и будет называться наше шоу. Взрослые девочки. Millionen ukrainischer Frauen hängen jede Woche an ihren Lippen. Masha Jefresinina und Olya Polyakova sind TV-Stars und bringen ihren Fans, was diese jetzt am meisten brauchen. Ein Stück Normalität. Die Ukrainerinnen Julia und Katja verpassen auch im Berliner Exil keinen Auftritt der beiden. Маша і Оля, вони обговорюють важливі питання для себе і для всіх українок і діляться власним досвідом стосовно того, що відбувається, або якихось загальних філософських тем, типу батьківства, дітей, друзів, чоловіків і іншого. Росла все своє життя, я бачила Машу. Тобто з того, як була дитиною, вона вже була по телевізору. Ну і Оля Полякова, вона співачка, теж, мені здається, прям зі своїми найпопулярнішими піснями була десь, коли була в середній школі, можливо, старші. Jetzt begleiten die beiden Stars viele Ukrainerinnen durch die größte Krise ihres Lebens. 24 лютого наші життя змінилися назавжди. Здравствуйте. Меня зовут Маша Ефросинина. Доброе утро, дорогие мои. Хотя оно совсем недоброе. Путин без объявления войны вероломно вторгся в мою страну, в Украину. Я была вымушена с двумя детьми покинуть Украину, потому что Киев бомбили. Мы встретились с Машей у Німеччині. Ми наших дорослих дівчаток перевели в офлайн, і ми робимо концерти благодійні, в яких я співаю, а між моїми піснями виходить Маша. До чого ви плачете? Все. Ви ж от бачите, що вірите в такі моменти, що все буде добре. Всі вірять, що ми побідим. А чому б нам те саме не робити зараз онлайн? Так, війна. Так, ми не можемо. Ми вже і не будемо тими дівчатками-хохотушками, якими ми були до війни. У біженства українського дійсно жіноче обличчя, тому що мільйони жінок взяли своїх дітей, залишили чоловіків в Україні і поїхали у світ. Мене звуть Юля, я приїхала з Києва, я там народилася, виросла, навчалася, працювала і все інше, жила. Я із України виїжджала ще 24 февраля, і я їхала одна через Молдову, я їхала на своїй машині. В Україні це не біженство від плохої житті, в Україні це біженство від війни. То есть мы жили хорошо, меня моя жизнь устраивала в Украине. У меня была хорошая квартира, у меня машина, у меня была хорошая работа, друзья, как бы была вся жизнь, окружение было простроено. Вот, и как бы я не собиралась никуда переезжать. Так, вони місяць знаходяться в депресії, другий місяць, але потім вони живуть у мирі. І вони починають оживати. І це нормально. І вони мають на це право. Всі ці
Also beginnen Olja und Mascha wieder das zu machen, was sie immer gemacht haben. Sie sprechen über Alltagsprobleme. Und das sind jetzt die, die das Exil so mit sich bringt. Никогда в жизни не было такого перерыва. Не было такого в сексе. А у меня был. Я якраз там зарягалась на всіх сайтах, домовилася з цим. У мене було, коли я приїхала, 5 побачень за тиждень. Я пішла в четвер, в п'ятницю, в суботу на 2, потім, типу, вівторок знову, але. Ну, бо це теж важлива частина життя. Вроде это больше для того, чтобы снять какой-то стресс и социализироваться здесь. Потому что все же ты уехал там от родных, близких, от друзей, пускай там от мужа, от мужчины, но как бы хочется же какого-то присутствия рядом. 120 евро. Во-первых, 120 евро это ладно. Если они за 120 евро должны петь мои ногти. Я хочу просто, чтобы вы это посмотрели. Короче, видно? Это вчера. Я не пошла. Посмотри, я не это, пошла, все, вот, это все. И я делаю сама. Ну, уже пиво ты меня ехала. Я 2-4 тижні тому їздила додому, і я їхала в одну сторону 30 годин, і я перше, що робила в потязі, це дзвонила в свій манікюрний салон. На пострадянському просторі ця б'юті-індустрія, вона дуже сильно давить на жінок, і тут стандарти і краси зовсім інші. І ніхто так не, грубо кажучи, старається, як ми, виглядати добре. І для мене це ковток нормального життя. Якщо я піду комусь з німців розповідати, що я їду в іншу країну формувати корені, ніхто мене не зрозуміє. Якщо розповім своїй подружці з України, вона мене зрозуміє. Зараз я знаходжуся в Празі. В мене вчора був концерт великий, сьогодні концерт благодійний. Зараз ми знаходимося на радіостанції «Україна». Фронті, наші соцмережі, всіх наших зірок перетворилися інформаційними. Це треба робити, тому що світ не повинен, ще раз повторюся, забути. І почалася вже моя благодійна місія, інформативна місія, коли є змога працювати, допомагати, ми оживаємо. Тому всі люди, які зараз знаходяться в переміщеному стані, в мене одна порада для них – працюйте. У нас, як у людей, дуже багато ідентичностей. Тобто ми там і працюємо десь, навчаємось. Україна! Знаю, донька, сестра, мама, бабуся, хто завгодно. І тепер ще додалася біженка. І не можна дати всій біженці поглинути всі інші частини тебе. І мені здається, що Маша і Оля зараз можуть стати такими подружками, дорослими дівчатами для інших дорослих дівчат. Wer leistet in Russland überhaupt noch Widerstand gegen den Krieg? Nachdem die Opposition im Land zerschlagen wurde, sind es in erster Linie Frauen. Die Gruppe FAS versucht, die Menschen mit spontanen Performances im öffentlichen Raum aufzurütteln. Lena ist eine der letzten Aktivistinnen, die in Russland bleibt und weitermacht. Woher nimmt sie den Mut? Для моей деятельности нахождение в России принципиально. Мы много говорим с коллегами о том, как можно что-то делать удаленно, но, наверное, стоит признать, что это не та же самая глубина осмысленности и не тот же самый эффект.
конечно же, я боюсь, но мне кажется, что я боюсь не так, как боятся многие. Почему-то во мне какая-то существует беспечность. Я не знаю, с чем это связано. Наверное, это просто другой способ самозащиты. Да? Кто-то впадает в тревогу и страх, а кто-то, наоборот, в какой-то такой, знаете, как бы в регресс. ФАС – это феминистское антивоенное сопротивление, это децентрализованный протест. Живя в патриархальном обществе, девушки, женщины с раннего возраста сталкиваются с насилием или с обесцениванием, или с там, сексизмом. И постепенно у вас вырабатываются практики сопротивления. Постепенно ты научаешься, например, отвечать, потом ты научаешься отставить свою границу, потом ты научаешься делать стейтмент, потом ты научаешься выходить на акции. Сердце кровью обливается! Сердце кровью обливается! Если происходит война, ты просто экстраполируешь эти навыки борьбы на любую борьбу, потому что ты уже умеешь. Ты уже умеешь выходить на улицу, ты уже умеешь децентрализованно действовать со своими коллегами, ты уже умеешь придумывать стратегии высказывания. Станция «Щит Александра Невского-1». Как бы красота этого, например, женщины в черном, да, в том, что на самом деле в этот момент вы солидаризируетесь и с израильтянками, и с сербками, и с украинками, и с россиянками. То есть это действительно по-настоящему горизонтально, и люди просто находят в себе желание приобщиться, да, к этому. Почему я нахожусь в России? Я об этом думаю очень много. Я не могу сказать, что у меня есть какой-то красивый, стройный ответ, что я нахожусь в России, потому что я герой, да, грубо говоря. Нет, я нахожусь в России, пока это возможно. Пока не достигнута, ну, совершенно я черта небезопасности для меня лично. Мы бы сами хотели на них ходить, мы бы сами хотели высказываться, но у нас абсолютно нет такой возможности. Я понимаю, что на свободе я буду полезнее, чем если я буду сидеть в тюрьме. Я выхожу из дома, я понимаю, что машина едет за мной. Я начала убегать, но меня поймали. Увезли в отдел полиции, там оставили на ночь. Составили протокол по статье об организации митинга. Потом увезли в суд, и в суде дали 10 суток ареста. Früher hat Katja mit ihrer Widerstandsgruppe Vesna solche performativen Proteste organisiert, um auf Missstände in Putins Reich aufmerksam zu machen. Sie demonstrierten gegen die unmenschlichen Straflager, gegen die korrupte Justiz. Das ist heute nicht mehr möglich. Sogar weit harmlosere Aktionen wie das Verteilen dieser Botschaft «Vermisst der Frieden» werden drakonisch bestraft. Ну, во-первых, нельзя написать «нет войне». Вот я и нельзя сказать «нет войне». Я сейчас говорю, потому что я знаю, что через пару дней я уже не буду в России, и мне за то, что вот если российские власти это посмотрят, мне уже ничего за это не будет. Katja verließ Russland mit kleinem Gepäck, ohne wirklichen Plan, vielleicht für immer. Ihr Ziel? Armenien. Erstmal für ein halbes Jahr.
Um am Flughafen nicht abgefangen zu werden, ging es zunächst auf eine lange Zugfahrt nach Sotschi am Schwarzen Meer. Тут не ощущается как иммиграция, пока что я думаю, что это путешествие. Из Петербурга я села на поезд в Москву, потом вечером я села на поезд в Сочи, ехала туда полтора дня. В Сочи у меня еще было пару часов, чтобы прогуляться. Я сходила к морю. И потом только я села на самолет, и через полтора часа я оказалась в Ереване. Полет был просто прекрасный, я видела красивые горы из иллюминатора. Мне очень понравилось. Ankunft in Jerewan. Keinen Tag zu früh, wie sich herausstellt. Сегодня, когда я уже прошла паспортный контроль и сидела в аэропорту в Сочи, мне позвонила моя мама и сказала, что полиция приходила ко мне домой. Но, к сожалению, они чуть-чуть опоздали, точнее, к счастью для меня, к сожалению, для них. Вот так вот. Aber auch in Jerewan war Katja nicht lange sicher. Der Arm des Kreml reicht weit. Ihre Flucht geht weiter. Меня разбудили мои друзья со словами, что у нас в Петербурге у оставшихся активистов пришла полиция. Там несколько часов, ближе к вечеру, мы узнали, что на весну заведено уголовное дело по статье о создании секты. Мне дали контакт адвоката, адвокат мне сказал: не паникуй, но собирай вещи и уезжай, потому что Армения может выдать, может не выпустить из страны. Прожила в Армении еще неделю и уехала. Nächste Station – Tiflis in Georgien. Я вот недавно переехала в Тбилиси, и я, в общем-то, я чувствую себя как в путешествии немножечко. Но в то же время иногда я скучаю, потому что иногда я вспоминаю, что я хочу куда-то поехать, и понимаю, что я не в Санкт-Петербурге и даже не в России. Что будет дальше, я не знаю. Наверное, лето я проведу в Грузии. Может быть, год проведу в Грузии. Я не знаю, ехать ли дальше в Европу или не ехать. В общем-то, в принципе, что-либо планировать кажется бесполезно. Die Russin Mascha Borsunova leistet Widerstand von außen. Sie klärt die Welt über die Lügen des Kreml auf. Hello everyone, this is Masha Borsunova. For those who don't know, I'm a foreign agent, a Russian journalist in exile, and I'm continuing to introduce you to the world of Russian propaganda for beginners. My foreign friends often ask me, why don't Russians go out and protest against the war in Ukraine? Firstly, they do, but they immediately get arrested. Secondly, most people simply don't know what the Russian military is doing in the occupied Ukrainian territories. On their TV screens, they see very different, fantastic reality. Russian propaganda also likes to talk about Ukraine's president Vladimir Zelensky. For example, originally the Russian government and propaganda were stating that he ran away to Poland. As you already understood, this is a fake, but the propagandists couldn't come down and announced that he is a drug addict and even found some suspicious powder on his table. Зеленский не теряет времени даром. Так иронично отреагировали украинцы на это видео президента. Он один в кабинете, крутится в кресле и хаотично вращает телефон. Что могу сказать? Мы стойкие, работаем, любим и победим. Пользователи усомнились в том, что в данный момент он полностью себя контролировал. Обратили внимание на непонятные белые полосы на столе. This is one of the most popular methods of calling political opponents drug addicts. Propagandists also called those who come out to protest like this. They did the same with Zelensky. How can you take them seriously or sympathize with them? But if you watch this video in good quality, you will see that it's not powder. These are simply some stripes drawn on the table. And this is just a small part of the things the Russian viewers see on TV. Stay tuned, because in our following episodes, we will tell you what the state TV says about Europe. Yes, you guys. Es gibt viele Gründe, die Frauen in die Flucht treiben. Remilia ist Transfrau und hat ihr Heimatland Ukraine illegal verlassen. Denn dort gilt sie weiterhin als Mann. Sie floh nicht nur vor der Armee, sondern auch vor den Gefahren harter Diskriminierung.
Если бы меня взяли в качестве солдата, то я вряд ли прожила бы долго в армии. И вообще, я хочу добавить, что сражаться и умирать за государство, которое сломало мне жизнь своей трансфобией, я не имею никакого желания. Меня зовут Рамилия, я из Одессы, и я в Германии уже 4 месяца. Мне пришлось сбежать из Украины, так как там началась война, и оставаться там было опасно для меня. Als Remilia in Berlin ankam, fand sie herzliche Aufnahme bei einer russischen Familie. Die Gastmutter führte sie auch gleich in die queere Berliner Partyszene ein. Doch Remilia brauchte noch, um wirklich anzukommen. Die Anspannung war nach den Strapazen der Flucht noch nicht gewichen. Мне было понятно, что в результате этого побега я могу либо умереть, либо попасть в армию. Но и то, и другое меня бы ждало и в Украине, если бы я там осталась. Поэтому у меня не было другого выбора, кроме как бежать. Если у вас в паспорте мужской гендерный маркер, вам больше 18 лет или меньше 60, то вы заперты в Украине, и вы не имеете права ее покидать. Единственное, что предполагают законы, это то, что вы должны идти на войну и умирать. В Украине не соблюдаются не то, чтобы права трансгендерных людей или права ЛГБТ, там просто нарушаются права человека, потому что разделение по гендерному маркеру, то есть разделение, что мужчинам нужно служить, а женщинам нет, это полная несправедливость и признаки архаичного общества. Привет. Remilia hat in den 4 Monaten in Berlin schon Freundinnen aus ihrer Heimat gefunden, die ihr Schicksal teilen. В Берлине очень много русскоговорящих квир-людей, и они приехали не только из Украины, но и из России, и не только во время войны. Многие приехали и раньше. Я была очень удивлена на самом деле Берлину, потому что это очень свободное место, социально защищенное. То есть у меня не было каких-то ожиданий от Германии, от Берлина. Это Южная Украина, город Херсон, ныне оккупированная территория. Там сейчас остались мои родители, но последнее время я проживала в Киеве. Да, у меня поменены документы на женским гендерным маркером. Я сделала это еще в 2019 году. И по этой причине я смогла официально покинуть территорию Украины. Наша бюрократическая процедура по смене документов сложна, она коррумпирована. В случае транс-людей люди еще сталкиваются в каждой службе с гомофобными сотрудниками, которые тормозят и не дают людям добиться своей цели. Многие бросают это из-за невозможности закончить это. Но у меня все-таки получилось. Мы выбираем косметику, но у меня, например, в Украине не было возможности делать себе мейкап. Меня бы просто, наверное, убили за это. Вот моя фотография с Варшавы. Мы поехали с друзьями на Варшава Прайд, чтобы поддержать там киевских активистов, которые не смогли провести Прайд. Кроме того, должно быть больше прав у таких людей на законодательном уровне, потому что государство никак не защищает нас.
Для меня свобода – это когда никто не осуждает меня за мой внутренний мир. Это когда я могу делать то, что захочу, могу строить жизнь, как захочу, и не испытывать осуждения других людей от этого. Flucht, Vertreibung, Vergewaltigung. Diesen grausamen Dreiklang erleben Frauen in jedem Krieg. Jetzt auch wieder in der Ukraine. Für Frauen, die das schon durchmachen mussten, weckt das furchtbare Erinnerungen. Der Krieg in Bosnien ist 30 Jahre her. Aber das Trauma ist noch nicht überwunden. Unsere Kolumnistin Melina Borczak musste fliehen, als sie noch ein Baby war. Melina ist Bosniakin und sieht die Parallelen zwischen damals und heute. Ich bin Melina Borczak. Heute nennt man mich Journalistin und Filmemacherin. Und früher nannte man mich Kriegsflüchtling. Doch ich bin gar nicht vor einem Krieg geflüchtet, sondern vor einem Völkermord. Denn als Bosnien von Serbien angegriffen wurde, war es zwar schon ein unabhängiger Staat, aber hatte noch gar keine Armee. Deshalb konnten die Mörder in meiner Stadt wie in so vielen Städten einfach von Tür zu Tür gehen und morden, ohne dass ihnen eine einzige Kugel entgegengeschossen wird. Zu meiner Tür kamen sie nur 2 Stunden, nachdem wir geflüchtet waren. Darüber kläre ich auf in Medien, Dokumentarfilmen und bei Social Media. Ich würde viel lieber als Musikjournalistin arbeiten oder bei Instagram nur Memes posten statt Infos über Genozid. Doch der Tod von mehr als 100.000 Menschen mitten in Europa wird so oft vergessen, verharmlost oder geleugnet, dass ich keine andere Wahl habe. Es ist für mich eine Art Selbstverteidigung. Als Bosniakin und Überlebende weiß ich, dass Verbrechen gegen Frauen im internationalen Recht noch immer nicht ausreichend anerkannt werden. Das änderte sich zum Teil erst 2001 wegen Bosnien. Wegen der Verbrechen in der Stadt Foča wurden zum ersten Mal im internationalen Recht Vergewaltigungen als Verbrechen gegen die Menschlichkeit anerkannt und Vergewaltigungssklaverei als eine Form der Sklaverei eingestuft. Das ist ein wichtiger Schritt für Frauen und Mädchen, die in anderen Kriegen und Genoziden leiden. Für Uigurinnen, Rohingya oder Frauen in Syrien. Nach Bosnien ist nun auch die Ukraine Opfer eines Angriffskrieges. Wie systematisch dort die Vergewaltigungen sind, wird noch überprüft. Überlebende Frauen kämpfen. Auch heute. Eine davon ist Nusreta Sivac. Sie ist ehemalige Richterin und überlebte die Grauen des Konzentrationslagers Trnopolje. Danach verklagte sie in den USA den früheren Präsidenten der sogenannten Serbischen Republik, Radovan Karadzic. Erfolgreich. In der Ideologie serbischer Nationalisten waren bosnische Muslime keine Menschen, sondern, ich zitiere, genetisch entstelltes Material. Um das Material zu reinigen, wurden bosnische Frauen und Mädchen in Vergewaltigungslagern gefangen gehalten, sodass sie weder abtreiben können noch Suizid begehen können, sondern durch Zwangsschwängerungen gezwungen sind, Kinder mit serbischem Blut auf die Welt zu bringen. Diesen Horror überlebte Nusreta. Und nun gibt sie ihr Wissen weiter an Frauen in der Ukraine. I dala sam sebi zavjet da ukoliko preživim tu klonicu, jeli klonicu smrti, da ću o tome pričati cijeli život. I to već i radim 27 godina i Bože mi zdravlja, samo koliko budem sposobna, jeli, koliko mi zdravlje bude dopuštalo, to ću raditi do kraja života. To mi je jedna obaveza prema svim onim koji nisu preživjeli pakao omrske. Auch Bakira Hasicic kämpft gegen Kriegsverbrecher. Sie ist Präsidentin des Vereins Frau Kriegsopfer, der sich für vergewaltigte Menschen einsetzt. Sie führt ihn mit ihrer damals 18-jährigen Tochter, die vor ihren Augen vergewaltigt wurde. Sie finden Vergewaltiger, bringen sie vor Gericht und kämpfen gegen Genozidleugnung. Pokvali ste nas, ubijali, spalili, ubijali, silovali i sad želite da uništite naše sjećanje, ono jedino što imamo. Nećete moći. Die Ukraine bleibt vielleicht nicht der einzige Krieg in Europa. Serbische und kroatische Nationalisten drohen Bosnien noch immer.
Und sie haben dabei Unterstützung von Putin. Auch deswegen kämpft Bakira dafür, dass die Verbrechen nicht verharmlost oder geleugnet werden. Denn sie verstehen das, was Nusrata Sivats auch Ukrainerinnen rät. Wenn ihr still bleibt, wird die Welt die Lügen des Aggressors hören. Voilà, до видения.